Sosa. Всем привет, дорогие друзья, с вами Женя. Сегодня мы продолжаем играть в игру Танки Онлайн. Играем в сочетании Титаном 3, Жигом 3 в краске Шелест на карте Шум. Играть мы здесь будем до 56 флагов без времени. Счет 6-11. Я зашел за проигрывающую команду. Счет, фонд у нас 3000 кристалликов практически. И эта серия, наверное, будет делиться на две части. Я, конечно, еще не уверен, но посмотрим, сколько она будет идти. Но я думаю, очень долго. И как вы видите, я купил себе Титан, он мне очень нравится. Я, конечно, не смог удержаться, ребят, и поэтому купил все-таки Титан. И теперь катаюсь на нем. Так, меня тут кружит, пытается закружить рельса. Но я ей не поддамся. Кто у нас тут минку такую поставил? Я что-то вообще не понимаю. Так, блин, у них, конечно, столько фризов. Мне, наверное, надо было Инферно брать. Так. И... А, и что я хотел еще сказать. Битва с подписчиками. Вот о битве с подписчиками. Я все думал, когда бы мне ее провести. И поскольку у нас скоро каникулы, субботы, ну, лично у меня субботы, не знаю, как у вас, у меня не субботы. И как раз я уезжаю... Блин, козлы. И я уезжаю с субботы отдыхать, кататься на горных лыжах. И в честь этого серии выходить не будут. И я решил сделать такую битву с подписчиками. Проходить она будет в пятницу, потому что в субботу я не могу, я уезжаю как раз. И пройдет она в пятницу в 19 часов по московскому времени. Думаю, всем будет удобно. Но в субботу, к сожалению, я не могу, я уезжаю как раз 8 часов. И утра. Поэтому провести ее не смогу. Так, меня тут уже нагибают потихоньку. Господи, гори в аду, ё-моё. Твинс. Так, друзья, кто у нас тут есть? Кто-нибудь поможет, придет. О, мы сейчас сделаем вот так вот. Позвоним нашему другу Илье. Надеюсь, он сможет. Что-то он не отвечает. Сейчас я его добавлю и присоединюсь уже вместе с ним. Ну, мы продолжаем. К сожалению, Илья не смог поиграть сегодня, присоединиться ко мне. Ну, ладно, может быть, через полчаса или еще через сколько-нибудь он придет и поможет мне. Но за меня зашел мой друг Африка, я думаю, мне поможет. Так, мы с ним будем вдвоем нарить, и будет все супер. Так, у нас тут еще и наш флаг, вообще офигенно. Еще упал наш флаг сюда. Так, и я не знаю, мне тут столько фризов бьет, ну это капец, ребят. Прям иди и переодевайся на Инферно. Вот реально. Я, наверное, так и сделаю. Так. О, у нас голд, ребят. И что еще хотел сказать по поводу битвы с подписчиками? Ну, хотя, ладно, блин, это сейчас не время говорить о битве с подписчиками. Ой, блин, меня перевернули, фак. Щит. Все, голд я, по-моему, уже не поймаю. Может быть, может быть. Короче, сейчас посмотрим. Но, скорее всего, я не успею встать, доехать до того места. Вон, он уже падает, наверное. Нет, это не он еще. Дай появиться, говно. Ой, так. Ну, будем смотреть. Голд у нас. Блин, нифига себе, тут рельса заскочила. Я, честно сказать, ее даже не видел. Ну... Красавчик, блин, реально как-то резко я уж такой настроился выталкивать, и тут она прыгнула. Ну и в общем, что хотел сказать по поводу битвы. Она, ссылочку я скину, как и на ту битву, и попрошу вас написать, кто придет, ну, как в тот раз в комментариях, там, я приду. Вот, чтобы я посмотрел, сколько народу примерно сможет, чтобы посмотреть, какую карту создать, большую, маленькую. Ну, в общем-то, все. Ссылочка появится опять за 5 минут до начала битвы.
С карты я пока не определился. Так. Ну, посмотрим. Так, у нас тут нарит гром. Хоть кто-то занарил, кроме меня. Это уже реально заколебало, блин. Так. Поможем нашему. Блин, нам нужна Изида, нам нужна Изида. Блин, фриз, фриз, фриз. Поехал в нашу базу. Так, его, по-моему, там разнесли. Нифига его не разнесли. А, ну, гром. Ему наносит большой дамаг, я думаю, он его сейчас сольет. Так, съедим аптечку. Он слил как раз. И мы доставили флаг. Отлично. Думаю, сейчас наш ноги продолжится. Так. У нас уже 200 очков. У первого косарь. Нифига себе. А, ну это этот громик. В принципе, что, неплохо. Неплохо. Сейчас пока будем тащить. Пытаться тащить. Как мы, у нас это и получалось. Так, а блин, аптечки-то у меня нету. Я ее пытаюсь, все нажимаю единичку, аптечки нету. Пипец, печально, печально. Печалька. Так, ну кого позвать-то, блин, даже не знаю. Ну вот этого позовем. Ладно, так, ну все, кто сможет, тот сможет. Будем пока рассчитывать на свои силы. Зашел инкогнито. Я не знаю, кто это, но судя по его нику, какой-то нагибатор. Нарик. Ну, потому что нагибаторов и нариков сразу видно по таким никам. Так, и чё сейчас будет, и чё сейчас будет. И я перевернусь. Да. Блин, еще даже не свалился. Инкогнито, блин. Надеюсь, он занарит, и вообще посмотрим, на чем он. По крайней мере, флаг у нас возвратил. Так. А, ну Изида, вот, отлично. Изида нам не помешает. Так. Изида реально нам нужна, потому что... У нас ее нету. Блин, ее еще и слили. Так, убили этого фреза, но нас тут тоже... Нифига себе лагает, как сальтушки крутит. Блин, они что-то все тупо в деф стали. Меня это немножко напрягает. Так. Тут фриз, блин, у них еще в инферно. Это вообще отдельная история. Так. Пока у них... Блин, мамонт же стоял. Все было так хорошо, он стоял у них АФК. Да гори! А, возвратил все-таки. Так, ну ты мне не помеха, блин. Ты еще и внарила, какого фига вообще? Ты, ну, ты не должен нарить. Так, изи, 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 мне нужна Изида. Изида. Так, отлично, все. Этого разгромили. Теперь нам осталось возвратить флаг. Я думаю, сейчас это сделают наши. Нет, он его скинул. Хотя нет, его слили. Ай, блин. Так, ну, надеемся, надеемся, что на возврат. Давайте, бомбите его. Ну, в инферно. Гром ему наносит большой урон. Так, ну, спрыгните кто-нибудь. Господи, боже мой. А мы пока поставим тут минку. Он когнито занарил, насколько я видел. Конечно, не уверен, но надеюсь, что замарил. Так, ну, с таким темпом, я думаю, мы спокойно утащим. Если даже будем быстро таскать, я не буду тогда эту битву делить на две части. Посмотрим, блин. Тут я, к сожалению, сейчас протупил, что-то надо было ехать спасать нашего. Ехай, 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 ехай. Так, давай рельсы на минку. Нифига ты быстрый. Блин, его еще и слили. Капец. А, меня опять фрезы бомбят. Ой-ой-ой. Да уйди же ты, господи, боже мой. Так, вон, когнито давай. Благодарю. Так. Еще аптечка. О, моя минка. А, нет, не моя, блин.
показал, что я уставил. Ну ладно, так, вон аптечечку, хотя... Изида. Блин, пипец, объясню, ладно. Он не захотел брать, ну как хочет. Мы опять внариваем и едем. Как раз разнообразие в картах. Шума у меня, по-моему, вообще ничего не было. Точно не помню, но насколько я так припоминаю, у меня его не было. Так, я надеюсь, ты сейчас свалишь отсюда. Блин, нифига ты живучий. Специально тебе пшикнул в надежде, что ты меня чуть-чуть-то... Ай-яй. Блин, там опять он, господи. Вся беда то, что наша Изида нифига не ходит в атаку. Вот нифига, ребят. Я не знаю, где она стоит, там Криса собирает. Но вот она не ходит нифига в атаку. Нам, конечно, вот гром нужен, чтобы вот отсюда стоял и тупо их палил. Спокойно вот там массовый урон им раздавал каждому. Так, вот. Нифига он профи. Сейчас подождем, пусть... А, блин. Надо с громом как раз. То я не хотел ехать с Африка, потому что он бы остужал, я. Да блин, да уйди же ты смог. Так, ставим минку в надежде, что этот викинг... Блин, ну он там вообще... Блин, за мной едет смока, за мной едет смока, нарная смока. Блин, оу, щит. Блин, еще и минка, ребят. Отлично вообще, на базе никого. Меня тут встретил наш... Ой, наша. Их не Изида. И все печально. Так. Сейчас. И к нам, наверное, присоединится Илья. Так, сейчас мы его присоединим. Пускай... Блин, необычная серия. Алло, Илья, ты тут? Я тут. Я тут. Заходи, помогай, я как раз серию снимаю. В смысле? Я типа я в прямом эфире, да? Я, короче, серию снимаю, давай, заходи. А, я мессенджера нету. Сейчас, подожди. Да, сейчас, подожди, я на кликер свой встану. Так, я тебе скажу, что здесь... Подожди, стой, подожди, я наушники одену. Я тебе краску хочу просто сказать, какую тебе одеть. Да, я говорю, подожди, сейчас я наушники одену и скажешь, что там за пушки и краски. Окей. Так, одел наушники, сейчас громкость поменьше сделаю, очень орёт. Ну, вот так вот сойдет. Ну, давай. Так, значит, тут одна смоки. Удивляй меня. Две изи... Одна смоки, две изиды. А, фризов штуки две. Ну, короче, наверное, тебе надо Пикассо, я не знаю. Зачем Пикассо, Зевс? А, ну, в принципе, да, тут еще и фризы. Тут Голди, кстати, был. Кто взял? Я не знаю. А, там рельса, она, короче, запрыгнула там на игрока и взяла голд. А, это та карта, на которую я тогда брал, да? А, да-да-да, помню, да. Недавно ты еще взял. Да-да-да. Да я это, серию начал сегодня снимать на тишине. Вот, потом думаю такой, блин, ну уже тишина была, сейчас надоест, наверное. Вот, и это, и нашел как раз шум. Но он такой долгий, я не знаю, буду делить на две части или нет. Причем на тишине начал снимать, и через, ну, наверное, секунд 10 голд. Я там так жестко занубил. Я играл за синих, я голд между домами ждал, слева. Да. Вот, а я... Ну, а жду... он на подъеме ступорил, да? Да нет, я жду такой, стою, жду. Вот, а потом думаю, знаешь, там рядом с домом еще есть место появилось новое, ну, где в проезде. Блин, я ногти стриг. Место просрал, попроси место. Идиот. Вот. И это... Я, короче, поехал там одного... Ну, вот игрока сливать такой, думаю, ну, а где там новое место? В центре, может? Где? Ну, новое место на тишине, так в центре там? Ну, нет, помнишь, где ты еще хотел ждать между домом таким? Есть. Ну, в центре там, в самом, да? Да-да-да, вот прям в самом центре. Я, короче, такой поехал, там чувак на Хорнете М1, я такой думаю, ну, сейчас я его солью, типа, и это... Да, блин, потише, короче. Нифига не слышно, дописывай клаву, долбишь. Ну... Ну и все, я, короче, поехал туда, и голд респается вот как раз, ну не между домов, но вот близко к подъемчику. Ну я там, конечно, не успел, там какой-то взял.
Там Изиду жестко обломали. Она, короче, едет прям на голд. Вот. И ее тупо слили, там скрита, что ли, вынесли. Но она без норы была, у нее половина хп было. Так, сейчас, подожди. Серега, выйди или кикнем. Да блин, Илья. Стой, я не перестой. А краски какие там? Изумруд, Пикассо. Короче, я на жиге одеваю жигу вообще идеально. Против меня. Да сейчас я покликаю и все. Да ты офигел, блин. Ладно, я микрофон выключу, хорошо. Ладно. Зайдешь, потом включишь. А то в комментах опять писать буду. Что хер ли ты так долбишь клавой? Не нравится, не слушай. Да блин, выключи, козлин. Фак, меня тут бомбят. Давай, изи, лечи, тупая. Лечи. Блин, сдохни, сдохни, сдохни. Фига это. Фига тут Изида живучая. Блин, аптечка, аптечка, аптечка. Да, она еще и тупая. Ну как там Титан поживает? Нормально, как раз на нем. Сколько уже НПК? Не знаю, я там, по-моему, на 7 или 8 скорости ему прокачал поворотливость на одну. Поворотливость, блин, она дешевая, но вот даже самая первая, ну качается. Долго? 2 часа. 2 часа там 20 минут. Да нет, это быстро, да, но по сравнению со скоростью, которая вот самая первая скорость, если им покажуть, она там качается вообще, наверное, ну час максимум. Ну я точно не помню, но... Если им покажут какие... Да тут у Титана вообще круто прокачивает. А там по 25, да? Чего по 25? МПК. Как понять 25? Ну, в смысле, 25 там, например, на броню, на скорость, там, на поворотливость, там, на массу, на энергию. Все, 25 можно прокачать. Что-то противник да, происходит. По-моему, да. Ну, блин, как ты думаешь, если мы их нагибаем? Ну, по счету так не скажешь. Ну, да, ну... По игре-то. Блин! Господи! Я сейчас буду просто валить. Ах, ну, короче... Блин, ну тут пипец, тут Зев зашел. О, я переодеваюсь. А там, случайно, скалы нет? Скалы? Нет. О, отлично. Ой, на Твинси был, кстати. Ладно, попроси место, там, пугай его, я выключу микро и буду кликать. Ай, блин. Так. Че за тупой игрок? Вот не может выйти, ну пипец. Че за ник? Бабуля Шура. Блин, так, я могу там кого-то поджечь вот так вот. Вообще забысы. Фриза еще слил. Так, ну слава богу, их фриз не нарит. Почему мы не можем кикать последнего? Вот почему? Так, мой флаг. Я его возьму. Так, нас тоже взяли. Лечи, тупой. Вот тупая. Я бы сказал, кто. Блин. Я еще упал. Неудобно. Блин, как меня тут все жестко нагибают. Я надеюсь, будет возврат флага. Так, потерял и возвратил. Давай. Он даже не лечит. Ну, пипец. Стой, там же новые игроки позаходили. На чем они? Чего? Там же, говорю, новые игроки позаходили. На чем они? Да какие тут новые позаходили? Тут в Зевсе мамонт зашел фриз. Вчерашний ранчик вспомнился. Пикассо на смоке. Вчерашний ранчик. Пикассо на смоке этот, как он, Продиджи. Сколько у нас человек, а? 8. Так, значит, нужно 5 киков. Вы издеваетесь, никакой нуб его не кикает. Он даже меня не лечит. Нет, надо больше, чем половина. Нет, ну, 8, когда 8, вроде 4. Ну, ладно. Кстати, 4. В пятницу придешь на битву с подписчиками, я устраиваю. О, какой приз. Чё? К-
Такой приз говорю. Молодец. Слово молодец. Так, блин, у них... Хотя, он, по-моему, тут был в Пикассо фриз. Ну вы чё, идиоты, кикнуть никто не может. Капец. Ну мы же договоримся, да? Чего? Ну я выиграю, конечно же. Блин. О, фак, ко мне мама тут винс едет. Может я против поиграю чуть-чуть? Вашего Серегу нагну. Нет. Ну не тебе же. Иди нафиг. Кстати, у меня я все знаю, будешь кристаллики стоять собирать. Ну против-то можно. Иди нафиг. Блин. Так, красная команда, это же та, которая сверху вроде, да? Красная, да. А, понятно. Не ссы, тебя не нагнут. Блин, аптечка, какого фига она не сработала, я же нажал. Ой, блин, опять же иранчик вчерашний исполнился. Вчера аптечки секунды через 3 срабатывали. Что-то они флаг перетащили и расходятся. Так, добавить, скопировать имя. Жалобу? Я напиши в чате, кикаем, голосуем. Я написал, этот... Вот, 2 голоса появилось. Блин, это уже 2 колба появилось. Короче, я на него вот и пишу, слэш. Вот, блин. Блин, сразу островок вспомнился, как мы, помнишь, с Никитой на тебя писали. Ну, чё это жалоба успешно отправлена? Надо, чтобы была сверху... Надо, чтоб еще кто-нибудь был. Чтоб еще кто-нибудь отправил. Точка, слэш, вот и ник нарушитель. Напиши. Зачем точка? Я просто... А, нет. Точку напиши в командном чате, чтобы другие игроки писали. А, блин. Фак, нет. Блин, так охота уже против зайца. Нет. Я бы сказал, кого ответ. Блин, иди нафиг. О, привет моим врагам. Я видел его где-то. Вчера играем. Вчера мы играли с ним вроде. Ну, я не играл. Я его видел в битве просто. Ну, мы играли с ним против него. Мне вот этот мамонта фриз вообще не радует. Ну, конечно, зевс, блин. Да нет, я имею в виду то, что он сейчас не нарит, а вот потом... Блин, тут уже сколько смоки. О, еще твин зашел. Чё-то НАТО нет. А НАТО при чем здесь вообще? Ну тут ранчик от НАТО, а НАТО нет. А, да, ну там ждет, пока зайдут, там фондик ей набьют, она потом зайдет ограбит. А там 17-9 там. И за ту команду. О, World Adidas и Alan. 3 кика. О, растете. Ну, короче, за одну команду 2 друга, за другую 1 друг. А, щет, ну у них теперь вся команда генусы. Генусы, да, не да. Издевайтесь, ребят. Чё это за серия будет? Так меня будут сейчас нагибать жестко. Я вообще не планировал долго снимать. Да не одни же победы. Нафига я вообще сюда зашел, ё-мо. Ну пошли, не поздно слинять. Ага, я уже тут записал. Так. Ну скажи мне, мамка кровать пошла заправлять. А, отправила заправлять, как Эльдара. О, Геста! Еда! Господи, я уж испугался, ты такой, еда, я думал, ты просрал его. Да я, как ты понимаешь, кликером своим не пользовался. Ручным. Зато, ого-го. И мне вот только интересно, его кикнули или он сам вышел отсюда? Вот реально мне интересно. Вот реально, что-то мне непонятно, их реакция, они все на мамонтах. Они фига не нарят. Я вот боюсь... А фондик пускай бьет. То есть мой фондик убьет. Ну вот меня это и пугает. Так, фондик 6. Ну, 6-10, там сколько-то там. А ты на чем вообще? Вика Твинс. Так, сейчас тебе покажусь. А, вот, сейчас я тебя вижу. Да, Вика Твинс тут вообще забис. Вообще я хотел. Походу. О, он меня тоже знает? Ух ты! Блин, только бы не он меня не грабил. Я его, конечно, не знаю, но все равно. Симка, давай я их тут разношу потихонечку. Да сейчас я флаг возвращаю. Блин, он уже занарил. Козлин, он сейчас... Я не знаю, что он будет пытаться. Я думаю, эта битва просто так не пройдет.
Нет, ну эта битва очень будет. Просто можешь видеть твой LP. Ну я и говорю. О, щет, я перевернулся. Вот этот инкогнит, он вообще какой-то странный. Он то нарит, то не нарит, то нарит, то не нарит. Ну ладно, что ж ты без меня делал-то? Красавчик, в стенку уперся. Че, реально что ли? Я задом ехал. Воу-воу-воу-воу, парни, полегче. А что ты говорил, тут изиды? Тут ни одной изидки нет. Так вышли. Блин, я пизитку тогда одел. Ну вот я тебе хотел... Пацанчик, сопрни. Я хотел тебя попросить, чтобы ты изю одел. Сейчас. Так, откуда знаешь, откуда знаешь? Чат идет, блин, понятно. А при чем тут чат, что-то я вообще... Нет, что-то... Я там даже, я ничего не писал там, что я типа LP сниму. Блин! Ну блин! Чего? Меня перевернули. Ну не перевернули, еще одна смотрю. Блин, тут твой Зевс вообще супер. Может, да. Может мне Зевс реально купить, а не Пикассо? Блин, да, ну, не знаю, мне кажется, для начала тебе лучше купить Пикассо, так как у тебя... Ты вообще на нем играешь? Он у тебя есть, ты вообще на нем не играешь? Ну, иногда бывает. Мне просто, понимаешь, очень нравится Зевс, и он мне прокачан очень сильно, в отличие от Пикассо. Там на единице 4 только у всех. Не, ну понимаешь, прокачан. Твою Пикассо, она очень от многого защищает. Я вот в этом плане. Мне раньше, когда я помню, был 5-м уровнем, мне хотелось Пикассо. У меня тогда была это ржавчина, и это Пикассо было. Ой, ржавчина была подобием, ну, пародием Пикассо. Я хотел очень сильно эту краску, я не знаю там. Просто понимаешь, где-то много смог, где-то вообще их мало. Вот я так смотрю на Иране вообще замечательно поиграть на этом. Разворот. Пикассо. Да пусть он тебя сначала баллоны тебя потратит. А минку забыл поставить. Блин, подожди, там наш флаг. Блин, а птичка-то съедена. Воу-воу-воу-воу-воу. Парни, нет, полегче. Ехай, быстрее теряй. Ну скинь, ты сдохнешь. Блин, ну. И чё, экстрим же. Ты же просрёшь, я и так тут не поворотливый. Экстрим. Идиот. О, изитка. Блин. Валка. Сейчас ещё и изи солю. Блин, флаг наш. Флаг. Я успею. Так, я его чуть-чуть поджёг. Там моя мина. Блин, он ее перепрыгнул. Мина. Че ты ржешь? Блин, я его слил. Ну прыгните кто-нибудь сверху. Фак. Че там? Вау. Слышь, заткнись уже. Заколебал. Че? Блин, ну. Красавчик. Вообще. Ну че? Просто респект уважюхте. Сейчас смотри, как я мастерски спрыгну мину на сушу. Воу, парень, блин, полегче. Я миной промазал. Может, ты переоденешься? Ага, иди нафиг. Я место не подержу. Я позитку сюда хотел одеть. Блин, давай быстрее спрыгивай. Ты меня, что ли, бомбишь? А, это... Че, дурак, что ли? Че мне тут бомбить? Блин, я его зажал, давай, я его зажал. Подожди, наш флаг тут такой вот конкретно. Тут мама-то смог и мама-то твин занарили. Одного... Ой, он перевернулся. Вот он олень. Он олень. Блин, если бы ты сейчас приехал мне помогать, спокойно бы возвратили. Вот спокойно бы. Ну да, если бы я сейчас своей зитке не помогал, который с флагом перевернулся, спокойно бы возвратили. Спокойно бы возвратили. Ой, да блин! Я перевернулся. Знаешь, такой заборчик есть? Видел. Я краешком наехал на него и перевернулся. Блин, да вы чё? Чё тебя там все имеют? Это тебя имеют. Блин, уже третий человек, который берет флаг, переворачивается. А кто с флагом-то, я чё-то не понял. Форнат Африс на нарке. Африка, блин. Бери флаг. Сейчас, стараюсь. Если не ты, то никто не возьмет. Ну, тебе хоть более... Блин, мне вот на возврат вообще никогда. Давай ты мне флаг отдашь лучше. Давай, ну, если я тебе нападу, то хана будет. Да, я сейчас скину тебя. Стой. Вниз спустись. Ладно, так, передам. На. Надеюсь, я сейчас прыгну отлично. Я спрыгнул отлично. О, все. Возврат? Нет. Ну а что ты говоришь тогда,
Ну, я... О, куда он, чувак? Хана тебе? Мне? Нет. Ну, если хочешь, тебе устроим. Давай уже возвращая. Да блин, ну, там... Чё, блин, Крио? Там вообще капец просто. Ну, кстати, у них этот Зевс вышел. Да? Да. О, да. О, да, да. Так, вот так. Потом вот так. Сейчас, смотри, тебя смоки бомбанет. Да, блин, блин, тебе повезло. Воу-воу-воу. Нифига. У тебя два там таких. Долбят, тебя бомбят. Ребят, да вас бомбит. Бомбят как могут. Мазовские. Блин, чё за тупые ники? Я вообще нервничаю, когда таких вижу. Ну реально стрёмный какой-то, блин. Злой хулиган. Вот тебе вообще флаг идеально возвратить. О, смотри, он у них вообще пуст, блин. Там этот Пикассо взял. Красавчик. О, кто взял? Чего? Сейчас верну. В следующий раз. Блин, мамонта Изида. Чувак, это команда, это конфа. Ну, смысл тут играть? Заткнись уже. Своих друганов позовешь хотя бы. Я звал, никто не пришел. Ты тоже не приходил, вот там, блин, играл. А ты откуда знаешь? Да блин, это понятно, во что тебе еще играть-то, ё-мо. Ну, в Need for Speed можно поиграть. Когда да, скучно ты совсем. Ты там сольёшься, как обычно. Да, я получше тебя играю. Я за один день до 13-го дошел, хотя играл там вообще мало. Фак, меня перевернули. Блин, меня зажали. Мама-то Изида и мама-то Винни. Капец, у меня осталось 3800 практически. Ну, 3900. Не 3, чё так мало, я вообще не понял. Блин, тебя там сейчас бомбить будут. Да, мы сейчас сольём. Держись, я тебя спасу. Не дай этой Изиде респ... Вот, Винска! Так, я всех перерезал. Аллилуйя. Алло, нет! Там мама-то Твинси меня напал. Да, нафига ты туда-то поехал? А куда? Спереди мама-то Твинси и ну, мама-то Твинси. Ну подождал бы, я же выпрыгивал. Я ж тебе спрыгнул, я бы тебе помог. Ну, я поехали, не знаю. Давай ехай. Давай, Бэтмен мобиль. Герасим шоу, да? Да. Блин, такая беспалевная реклама. Блин, меня уже зажали. Так обидно. Блин, главное возьми флаг, потому что они его довезли до базы. Всё. Всё. Вымани его. Ай! Ай! Фух, я успел. За мной прячься. Вау! Возврат! А, там... Чё, вернули уже? Блин, я аж испугался чё-то. Мам, может деф надо встать, а? Издеваешься? Тогда тут вообще не доиграем. Ну да. Нет, почему? Как только они все вместе занарят, так сразу быстро закончим. Ты офигел! Ух ты, нет! Смотри, как бомбят меня! Да тебя там все бомбят. Пиздец, у них там срачник на базе. Вот именно. Может, слиняем? Последний раз прошу. Засал, да, засал. Ну нет, я за тебя боюсь. Тебя ж потом бомбить будет. Иди нахер. Тебя бомбит все время. О, стрелочник. Ух ты. О, вернул, молодец.